Всем привет! Я хочу начать свой блог с того, что мы выиграли велосипед! Ей! Это крутое событие. И я считаю, что это не я выиграла, это вы выиграли, потому что именно вы сделали репосты, такое количество репостов, что я сама обалдела. И я, если честно, думала, что если даже этот генератор не выберет меня, то мне достаточно того, что более там вас сколько, 700 с чем-то. То есть более 700 человек не поленились, зашли и сделали репост. И это для меня гораздо ценнее, чем просто велосипед, честное слово. И я с друзьями разговаривала, когда по этому поводу, мол, они сами говорили о том, что, ну, это реально круто. Круто, что так много людей отозвалось и помогли. И, да, и мне тоже говорили, что если даже ты не выиграешь, ты чувствуешь вот эту поддержку? Конечно, чувствую, прям конкретно чувствую. Да, еще впереди люди смеются, потому что я снимаю. Когда-нибудь я научусь снимать на людях. Но, наверное, это не пока, не сейчас. حبيبي ليك سلمت أمري ما استغناش يومي عنك يوم عمري مولاي عايش لك كل عمري حبيبي ليك سلمت أمري أقل كلمة تقولها ليه ترد فيه روحي ليه يا أواب والله ما اقدر اوصف اللي جوه مني مش هلاقي كلام اقل كلمه تقولها ليه ترد فيا روحي ليه يا اواب حبيبي ليك سلمت عمري ما استناك يومي عنك يوم عمري Что ж, с почином меня, если честно, то я сейчас еду в автобусе, потому что я просто не смогла бы так долго ехать. Я уже устала и было немножко тяжело в том плане, то что сразу в городе и сразу большие дороги, и еще впереди велодень, поэтому мне нужно силы свои как-то направить, ну, как сказать, силы свои экономить, тем более, что сейчас будет еще запись у нас. Поэтому я пересела в автобус, хотя боялась. Я боялась, что меня не пустят. Потом я не нашла мелочью за проезд, дала 1000, а недавно у нас в городе за 1000... пырнули, по-моему, пассажиры, что ли, нашим. Или наоборот, пассажир пырнул водителя за то, что ему с 1000 дали сдачу мелочью. Короче, вот это все. В итоге, спасибо водителю, он меня пустил, еще и плюс на 3 рубля меньше взял, потому что мелочи было только 14 рублей. Сейчас поедем, будет съемка, интервью. Надеюсь, вы готовы. Я, да, наверное. Честно говоря, я так неуклюже двигаюсь с этим великом, потому что я боюсь в автобусы заходить. Не знаю, как его поднимать, как его можно. Я попыталась поднять его. Ой. Я пыталась поднять его за раму, но там под ней какие-то провода, и я боюсь, что что-нибудь не то сделаю. В итоге я еле-еле качусь. Потом еще от смущения не смогла громко сказать водителю: «Откройте, пожалуйста, заднюю дверь». В итоге он чуть не проехал. Хорошо, впереди дедушка сказал: «Откройте». В общем, пока я чувствую себя не нужно этому миру, и велодорожек у нас нет, и теперь я понимаю, почему велосипедисты часто жаловались.
Я думала, ну ладно, вон везде дороги, садись, доезжай. Теперь я вас понимаю, дорогие. Так, сейчас мне нужно позвонить журналистам. Эй, еще раз привет. А это Ольга. Привет. И что мы снимаем сегодня, расскажи. Мы снимаем сюжет об Айдан. Оля, ты видеоблогерша или блогеры, как ты предпочитаешь? Ну так себе популярность, я скажу. Ну, да шутка. Сейчас надо будет петличку надеть, да? Да. Привычный для меня процесс прятания петлички под платок. Так, все падает. Мы все это снимаем, да? Да, стойте тут. Никуда не уходите. بحب اشوفك كل ثانية يفوت علي صدى عيني يا دنا لو بس تبعد عني ثانية معيش دنيا. Ну вот мы поснимали, и я встретил Дину, а сзади нас вон, вау, а сзади нас вон идет группа съемочная. Прям чувствуем себя звездой, да шутка. Я, как только выйдет это интервью, я вам дам ссылку обязательно в группу. Если вы не подписаны на мою группу ВКонтакте, обязательно подпишитесь. Йоу. Да, секунду, я вас чуть потрясу. Мы идем. Надеюсь, остальные приехали. Ты не знаешь, приехали? Ну, в общем, мы сейчас узнаем, приехали они или нет. Столько велосипедистов. Если честно, мне страшно. Вот мы и собрались. Ей! Вон там Дина, Алина. Это было, как тебя зовут? Гульфия. И Мария. И я. Так выглядит самая неформальная кучка велосипедистов. Да, я забыла эти слова. Хотите что-нибудь передать моим подписчикам? Нет? Послание. Скромные. Они скромные. Салам алейкум. Это моя сестра Фарида. А, вот твоя сестра. Да. Алина, ты не знаешь? Пока я осталась одна, я хочу поблагодарить всех тех, кто делал репост, тратил на это время. Может быть, вам кажется, что это капля в море, но на самом деле вот из маленьких капель моря как раз таки и создается целое море. И это, если честно, это не мой велик, это ваш велик, потому что это вы его выиграли, а не я. Я всего лишь как бы, если честно, мне даже немножко, не знаю, испытываю какое-то неудобство, то, что я вообще его выиграла. Это странное чувство, но просто я вот не понимаю, чем я вот заслужила. Абсолютно не понимаю. Вы, конечно, говорите там, что ты нам помогла, спасибо, все такое. Ну, я-то вот так не считаю, я так не ощущаю. Мне кажется, что я делаю вот что-то такое рядовое. И я счастлива на самом деле, что я не чувствую себя чем-то таким, я не знаю, огромной частицей Вселенной. Я такая, а, я молодец. У меня нет такого, и альхамдулиллях, что у меня нет такого. Не научилась должным образом им пользоваться. И если среди вас есть велосипедисты, расскажите мне все самое вот важное, что мне нужно знать. Потому что пока я тут стояла, тут много заядлых велосипедистов, они мне сказали, что как за ним нужно ухаживать, что там нужно что-то смазывать. Это все для меня пока что вообще я ничего не понимаю, ничего не знаю. Мне кажется, что ну вот стоит он велик и стоит, и что еще с ним что-то надо делать. Поэтому я думаю, что все, теперь это мой друг настоящий. И теперь я буду больше снимать влогов. И научусь снимать и ездить одновременно, как и обещал. К велодню готовы! بحب اشوفك كل ثانية يفوت علي صدى عيني يا دنا دنا دنا.
لو بس تبعد عني ثاني معيش دنيا تفوت علي سنة. بحب اشوفك كل ثانية تفوت علي صدى عيني دنا دنا دنا. لو بس تبعد عني ثاني معيش دنيا تفوت علي سنة ومستناش يا عمري عنك يوم في عمري وانا عايش لك كل عمري حبيبي ليك سلمت امري طول حياتي عايش حياتي وذكرياتي معاه أيوة معاك والله أعلم انت غالي عندي مال غيرك انت هو انت اللي بحلم طول حياتي عايش حياتي وذكرياتي معاه والله أعلم انت غالي عندي مال